конце 80-х не только ведущим советским экономистам Станиславу Шаталину, Абелу Аганбегянову, Павлу Буничу и их коллегам, но и практически всему обществу становится ясно, экономика страны нуждается в срочном реформировании. В самых авторитетных научных кабинетах выстраиваются модели экономического преобразования страны, которые тут же обсуждаются в печати. Для успешного претворения в жизнь перестроечных реформ нужны средства, и средства немалые. Свободных денег в стране нет, да еще и цены на нефть стремительно катятся вниз. Скептики все чаще произносят пугающее слово «катастрофа». 26 мая 1988 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев подписал закон о кооперации. 54 статьи, несколько страниц текста, но сколько они значили для населения. Даже самые неискушенные в канцеляризмах поняли, вот оно, начало свободного предпринимательства. По сути, возрождение НЭПа. Самая читаемая в то время газета «Московские новости» и еженедельник «Огонек» печатают материалы о Серебрякове, Пятакове, Чаянове и Николае Бухарине, отцах-основателях советской новой экономической политики. Лозунг последнего «Обогащайтесь», брошенный массом в начале 20-х годов, становится руководством к действию для тысяч и тысяч предпринимателей. Самой популярной формой заработка в стране становится индивидуальное частное предпринимательство. В СССР практически ежедневно регистрируются сотни кооперативов. Спектр их деятельности безграничен. От интпошива до сборки и продажи компьютеров. Страна превращается в огромный рынок. За ходовым товаром в ближнее зарубежье потянулись сотни новоявленных коммивояжеров. Есть незыблемый постулат. Любая экономика работает на благо граждан страны. Любая экономика. Мы были исключением не только потому, что у нас возникло челночное движение, но и потому, что наша экономика, что тогда, что сейчас, работает не на благо граждан страны, а работает на благо государства. На заре 90-х эта профессия стала, пожалуй, самой массовой, востребованной и прибыльной. В коммерцию, зачастую не зная даже самых элементарных ее правил, ринулись десятки тысяч. Продать, купить, продать – нехитрая система товарно-денежных отношений в России начала 90-х словно подкорректировали Маркса, придав его знаменитой формуле яркий коммерческий оттенок. Те, кто на своем горбу перевозил через границу тяжеленные тюки с китайским и турецким ширпотребом, стали называть точным словом «челноки». Челноками-то как раз стали люди от безысходности. Как раз, я думаю, в основном не те, кто тогда занимался, а те, которым просто обнаружили, что им нечего есть, им нечего кормить. Единственный способ – это вот мотаться в эту Турцию, еще куда-то привозить шмотки и там все это продавать. В своем толковом словаре живого великорусского языка Владимир Даль дает три определения слова «челнок». Лодочка, однодеревка, долбушка, долбанец. Или колодочка в виде челна – с носками в оба конца, с гнездом посередине, куда вставляется цепка с утоком. Или даже долгие пирожки с кашей. Челнок – это очень интересное слово русского языка. Это еще раз показало, насколько изобретателен ум нашего народа. Челнок – это и деталь швейной машинки, то есть деталь, которая возвращается в исходное положение, при этом совершает некие операции. Челнок – это и космический корабль, который возвращается на Землю. Кстати, для этого явления народ изобрел еще и другие слова. Где-то челноков называют тушканчиками. В челноки шли отнюдь не по призванию. У тысяч бюджетников, попавших под тотальное сокращение, просто не было выбора. Поэтому профессия, точнее даже не профессия, а занятие, не имела ни пола, ни возраста. Шокирующая статистика начала 90-х. 4 миллиона наших сограждан занимаются челночным бизнесом, то есть торгует каждый третий в стране. Торговля в России была неповоротлива, и
очень, я бы сказал, тяжеловесно. Знаменитая пословица этого времени: «Вхожу в советский магазин, теряю весь гемоглобин». И челноки сделали важное дело, они одели страну. В тот момент, когда она была раздета и нуждалась в дешевых товарах. Это наш кооператор. Повальная коммерциализация жизни вдохновляет писателей, музыкантов, кинематографистов. Период был, будь здоров, союз фальшивых вождей и настоящих воров. А нынче Энгельс и Маркс. Леонид Гайдай снимает комедию «Операция кооперация». Его зрители распевают частушку: «Челноки, челноки, торговать вам всем с руки и сновать туда-сюда за товаром – это да». Москва, Питер, а за ними и все крупные города превращаются в сплошной рынок. Стихийные развалы появляются у каждой станции метро, на привокзальных площадях. Сюда тащат ненужный хлам из дома, товар раскладывают прямо на газетке или на капоте любимого москвича. Хрустальные сервизы, паленые джинсы, обувь, сантехнику, нижнее белье. Здесь же торгуют и сомнительного качества импортом. На улицах стали выступать уличные музыканты, какие-то поэты. И стали появляться в продаже джинсы, тех, которых мы никогда не видели. Вернее, видели какие-то бельгийские, продавались по 200 рублей. А тут стали продаваться джинсы, тоже они стоили какие-то там 100 рублей, 120 рублей. И очень хотелось тоже как-то вот к этому ко всему прикоснуться. И это развивало, так сказать, творческую мысль у интеллигенции, у людей так, с повышенным коэффициентом интеллектуального развития. Первые челноки и были как раз людьми с повышенным коэффициентом интеллектуального развития. Бывшие инженерно-технические работники, младшие научные сотрудники, преподаватели и даже представители творческих профессий. Мы потеряли фактически цвет нации. Челночный бизнес поглотил и, как водоворот, затянул бизнес в коммерцию людей, которые должны были заниматься развитием страны, развитием государства, которые должны были писать законы, которые должны были регулировать экономику, делать открытия в биологии, двигать вперед медицину. В те годы я жила на улице Усачева, недалеко от метро «Спортивная». И когда мне приходилось гулять недалеко от этого рынка Лужниковского, который был первым, через какое-то время я увидела там знакомых. Знакомых по своей интеллигентской тусовке. И они мне сказали: ты знаешь, вот там стоит мехмах МГУ, вот здесь географы, вон там филологи, мы кучкуемся, чтобы болтать было интересно, пока ты это продаешь. Ольга Румянцева – челнок со стажем. 20 лет назад, после окончания музыкального училища по дирижерскому классу, она и представить не могла, что от любимой профессии вскоре придется навсегда отказаться. В 90-е из оркестровой ямы ей пришлось перебраться на рынок, а дирижерскую палочку сменить на увесистые баулы. Когда я ходила преподавать музыку, тогда была забота там встать с утра и подумать: так, а что же одеть на работу вообще? В этом там уже полгода, в этом уже 2 года, сколько ж можно? Плюс ребенок растет. К выбору товара Ольга тогда подошла хоть и основательно, но с некой долей безрассудства, столь свойственного творческим людям. Торговать банальщиной типа ангоровых капоров или синтетических леггинсов она сразу отказалась, тем более эта ниша уже давно была занята другими челноками. В голову пришла почти безумная идея заняться шторами, товаром, прямо скажем, не самым ходовым. 90-х, значит, выглядело это так. Я снимаю свою одежду, одеваю что-то такое, что до дырок не протирается, что черного цвета. И в огромные мешки начинаю складывать тоже свой товар. Ну, тогда это были ткани, не тюли. Но тоже там килограмм по 20, там огромные тюки и в большие полосатые мешки. Закладываешь, 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 себя течет, ты весь мокрый, сидишь, ждешь грузчиков, когда они придут и заберут эти огромные мешки, где-то ищешь камеры хранения какие-то. В начале 90-х не то чтобы украсить дом приличными шторами или гардинами, одеться прилично у нас было практически невозможно. Мы непритязательны и выносливы, как спартанцы. Не для нас одежды ярких радостных оттенков,
Мы предпочитаем немаркое. Впрочем, нам другого и не предлагают. В магазины партиями выбрасывали некрасивую и неудобную одежду, скроенную по советским лекалам. Носить такие вещи было и неудобно, и унизительно. Углядеть в этом особый шик мог только очень искушенный глаз. В метро мне очень нравилась толпа. Она была одета как раз в стиль гранж, только они стеснялись его. И они думали, что это не модно. Они как раз были супермодные. Вот эти плащи-балони, тренировочные костюмы, твидовые кепки. Это было очень популярно на Западе. Но они здесь, в России, носили это по бедности. А на Западе это был шик. За импортом, который попадал в Советский Союз, выстраивались дикие очереди. Новость, например, о том, что в ГУМ завезли саламандровские туфли или югославский «Адидас», разлеталась по городу за считанные часы. Советские модницы готовы были выкладывать по 120 рублей за пару сапог или по 80 за кроссовки. Импортные вещи скупали оптом. Себе, подруге, соседке, маме, снохе. На несколько размеров больше нужного, не страшно, на вырост. На всякий случай. В 90-е годы Россия стала выгребной ямой зарубежного неликвида. Все то, что было не продано в период 80-х годов, конца 80-х годов, все это привезли сюда. Странные формы очки, какие-то удивительные, совершенно вышедшие из моды туфли, масса вещей с подкладными плечами, которые были непопулярны уже в 90-е годы, но были модны 80-е. И все это постепенно вклинилось как бы в мир советского или постсоветского человека. Им нравилось это, им казалось, что это очень красиво, потому что, как правило, это были люди без вкуса, но которые вдруг дорвались до чего-то. Челноки везли из России в страны бывшего соцлагеря массу неожиданных артикулов. Канцелярские принадлежности и школьные тетради, часы и детские коляски, оптику и велосипеды. Особый спрос был на строительные инструменты. Отрываясь ненадолго от активной торговли на польских или югославских рынках и оглядываясь по сторонам, российский челнок вдруг понял, ему открывается совсем другой мир, о котором раньше можно было только в книжках прочитать. Вот ты идешь по улице и видишь, валяется бутылка из-под Кока-Колы. И вот ты думаешь, как же она валяется, ее надо взять, ее вымыть, в нее налить воды, там смотришь, какие-то фантики от жвачек надо поднять, как же. Мы к такому не были приучены, то есть эти фантики я собирал, когда был маленьким мальчиком, у меня был альбом, в который я наклеивал, а они здесь валяются на каждом углу. Первоначально они работали по формуле «туда товар, обратно товар и валюта». В то время всякий рубль, вложенный в челночные операции, в считанные дни оборачивался прибылью в 100-200, а порою и 300%. Вчерашние студенты, инженеры-педагоги, врачи за одну ходку зарабатывали по 50, а то и по 100 зеленых. Провинциалка Надя тогда приехала в Москву поступать в институт, но не добрала нескольких баллов. Возвращаться в Тюмень было стыдно. Но когда она проиграла все деньги наперсточникам, пришлось заняться бизнесом. Несколько утюгов, чайников и телевизор она повезла в Польшу. Когда в России покупалась бытовая техника, она была, ну, она очень сильно в каком-то смысле отставала по совершенствованию, но она была, видно, по соотношению цена-качество очень правильная. И вот эта вот российская техника увозилась в Польшу, а там продавали мы сами или оставляли на реализацию польским гражданам, которым доверяли. Взамен мы привозили оттуда принтеры, которые было написано, что они сделаны в Англии, но реально, когда потом открывали, мы уже в какой-то момент мы разобрались. То есть нас очень жестко один из покупателей наказал, сказал: «А что это вы мне? Вы говорите, что это английское оборудование, а реально, вы посмотрите, это сделано на Тайване». Несмотря на бешеные выручки в случае с электроникой, риск действительно был велик. Спрос на компьютеры тогда еще не был массовым, особенно на аппараты так называемой «желтой сборки» тайваньского, малайзийского или индонезийского производства. Стоимость одного компьютера, она зашкаливала за цену квартиры там, или двух машин. Но это какие-то нереальные были деньги, просто нереальные. Все, кто занимался компьютерами, это люди ходили вот с такими сумками и носили деньги. То есть в любой момент ты мог попасться на том, когда ты его продаешь, тебя могли убить. Поэтому особо осторожные челноки в самом начале 90-х
занимались перепродажей импортного алкоголя, сигарет и парфюма. Цены на них в советских магазинах были до смешного низки по сравнению со стоимостью в любой другой стране. Поэтому продать их в той же самой Польше всегда можно было втридорога. Алкоголем и сигаретами занимаются до сих пор. До сих пор жители приграничных территорий засовывают себе в карманы сигаретные блоки и рассовывают по всяким сумочкам алкоголь, переходят границу, закапывают там в лесу это дело и делают так несколько раз в день, а потом один, за один раз приходят, все это выкапывают и кому-то там оптом сдают. Это до сих пор выгодно, потому что цены европейские на алкоголь и сигареты всегда были выше, чем российские. Михаил Тукмачев начал осваивать тонкости челночной торговли еще в школьные годы. В ГУМе он закупал невероятно дефицитный тогда лак для волос «Прелесть» и продавал его в родной Костроме. Челночный бизнес затянул всерьез, поэтому сразу после окончания пединститута он поехал в Польшу за мебельными гарнитурами. На продаже диванов, кресел и шкафов сомнительного качества он и заработал свою первую $1000. Но челноки всегда работали на потребительский спрос, поэтому ассортимент закупок еще не раз придется поменять. Самый веселый товар, знаете, какой возил из Польши? Унитазы. Забавно. Мы везли комплект сантехники на 50-квартирный дом автобусом, челноками. 50 ванн, 50 унитазов. Прикольно. Однако при всем риске, нервотрепке и бешеных перегрузках бросать торговлю и возвращаться к прежней работе челноки и не думали. Они обрели твердую финансовую почву под ногами и веру в способность не только работать, но и зарабатывать. Так, сколотив небольшой капитал, Роман Трахтенберг решил осваивать новые направления – Турцию, а Надежда Копытина и Михаил Тукмачев – Китай. Первые торговцы добирались до Турции через Болгарию на поезде. Сначала до Софии, а потом брали автобус или такси до Стамбула. Им нельзя было отказать в некотором героизме, ведь они ехали туда буквально на ощупь. О стране знали лишь то, что уровень жизни там еще ниже, чем в постсоветской России, а значит, закупаться в Турции можно было по дешевке. Тапочки, которые... Они такие какие-то из искусственного войлока с искусственным каучуком внизу. Такие, ну, фуфло, короче. Клеенные. Значит, на доллар 5 пар. Их продавали по 2 или по 1,5 доллара, не помню точно сколько, одну пару. Вот их возили в этих чувалах, огромных мешках. То есть на 1500 долларов. Человек покупал целое купе. Забивали полностью купе, а сами спали в коридоре, как свиньи. Ходили босиком, такие, ну, грязные такие, все вонючие. И было очень неприятно. Пионеры турецкого направления ездили туда с 200 долларов в кармане. И из этой суммы важно было получить максимальную прибыль. В итоге отовариваться стали на местных базарах и брали все подряд. Постельное белье, спортивные костюмы, посуду. Особенно горячо торговались за джинсы и кожаные куртки. Куртка была очень модная. У нас она почему-то называлась Наташа, а в Стамбуле она с карманом, да? С капюшоном карман был еще такой, на спине с пелеринкой такая женская куртка. А в Стамбуле она называлась Чукча. Когда спросил, почему Чукча? А хозяин мне сказал, хозяин магазина сказал, а кому кроме Чукчи нужен карман на спине? То есть совершенно логика. И мы такой, Чукчу, да? На Чукчу. Первую партию турецкой кожи Роман Трахтенберг распродал по знакомым и комиссионкам. Там они уходили на следующий же день и приносили 100% прибыль. А когда Роман понял, что на этом бизнесе можно зарабатывать еще больше, он пробил точку на питерском вещевом рынке. Мы работали с моей первой женой на пару на ображке. Обычно это выглядело так. Я говорил, проходи, девушка, вам эта куртка не подойдет, она нехорошо. Не, а она говорит, да нет, ну что ты, посмотри, ей вот как раз подходит. Я говорю, да где подходит, ей вот надо вот эту куртку. А ты что предлагаешь? Смотри, она уродует, смотри, она стала как кочерга. Обычно женщины доверяли мнению мужчины, потом приходили, говорят, так, мужу понравилось, так, спасибо. А теперь можно еще мужу и сыну, их вот нету, но вот размеры. Спустя пару лет российские челноки заставили работать на себя практически всю турецкую легкую промышленность. А турки и сами не заметили, как выучили русский язык. Спецзаказом для нас они сшили джинсы, свитера, куртки.
размерного ряда 58 и больше, с огромным количеством люрекса, чтобы выглядело побогаче. Когда количество вывозимого товара пошло на тысячи, возникли первые проблемы. Челноки перевозили в поездах солидную наличность, а чтобы ее не конфисковали на таможне, деньги приходилось прятать. Отвинчивался потолок там, где лампа, да, он на винтиках, да, и туда складывали, прятали, например, в пакет с соком, да, вот там, закрывали в эти самые в зубные пасты, вот прятали туда, вот железный тюбик, вот откручивался сзади, открывался, туда засовывалось там $500, например, да, и закручивался обратно. Пройдет совсем немного времени, и челноки пересядут на самолеты. В 92-м году из московского аэропорта Внуково в Стамбул вылетел первый чартерный рейс. На борту только российские челноки. Уже через 3 месяца объемы авиаперевозок выросли в 12 раз. А в следующем, 93-м году, все те же челноки открыли для себя маленькую деревушку Анталью, где отдыхали в перерывах между забегами по магазинам и рынкам. Спустя всего пару лет из забытой деревни Анталья превратится в популярнейший курорт. Наши челноки обеспечили страну туристами на десятилетия вперед. В Турцию мы пришли, как писал Владимир Ульянов-Ленин, всерьез и надолго. В самом начале 90-х фирменный поезд «Москва-Пекин» более походил на рынок на колесах. По дороге туда и на обратном пути вагоны под завязку забивали баулами с вещами. Валюты у нас в стране тогда еще не было, поэтому челнокам приходилось работать исключительно на бартере. Предметы советской экзотики, например, армейские шинели, они обменивали на китайский ширпотреб или деньги. Соотношение цен, между тем, было крайне выгодным для обеих сторон. Офицерские шинели, это же что, бутылку водки в части, которая с начала 90-х разваливается. Там снабженец вытаскивает там, связку этих шинелей и грузят в сумку китайского же производства полосатую, тащат в Китай, там каждую шинель продают, потому что китайцы их, обычные китайцы, это, они там покупали их там по $2, по $3, носили как пальто, и у них ходили. Больше смешно было. В Харбине на рынке идет там 60 человек китайцев, все в шинелях. Челноков, которые ехали в Китай, не пугала ни дорога, занимающая несколько суток, ни то, что на родине Конфуция и Мао продавали третьесортные вещи. Туда, собственно, и ехали за очень дешевым товаром. А тут было вообще запрещено вывозить больше, чем 20 килограмм груза. И все, кто улетали из Китая, им ничего не оставалось делать, как всю одежду, которую они брали дополнительно свыше 20 килограмм, надевать на себя. И мы все туда заходили в образах таких снеговиков-пуховиков, ну, потому что самая такая супер тема была привезти пуховики из Китая. Но все уходило просто в лед на секунду, просто это было неприятно, потому что не может пуховик прилично стоить $7, $7 он тогда стоил. То есть ты продавал товар, зная, что через 2 недели этот товар превратится в мятую подушку, и человек, который его купил у тебя, скажет, ну, какой гад мне это продал вообще. Название столицы челночества, северокитайского города Суйфэньхэ, наши сократили до более простого Сунька. Местные власти выдавали разрешение на пребывание там на 48 часов и исключительно с коммерческой целью. Я бывал в этом городе дважды. Там 2 улицы, крест-накрест. Современные дома и бутики, которые называются так. Платье для Тани, шубы Олег, белье Клара. Все написано по-русски. Все продавцы-китайцы худо-бедно говорят по-русски. Ни один из русских покупателей челноков не выучил ни одного слова по-китайски, даже спасибо и здравствуйте. Вечером они ходят там в баню или пьют водку, а днем челночествуют. Кстати, именно в Китае шьют знаменитые клетчатые сумки, которые российские челноки обозвали мечтой оккупанта. Для обывателей эти сумки стали символом челночества, а для самих челноков
настоящим спасением. В эти баулы можно было запихнуть огромное количество товара и не бояться, что сумка разойдется по швам. Ну а если еще скотчем обтянуть, за сохранность товара вообще можно было не переживать. Кто бы мог подумать, что эти сумки – подделка под французский эксклюзив. Эти сумки вообще-то пришли сначала из магазина «Тати». И еще в мою молодость в Париже такие сумки назывались эмигрантками. Выпускали их сначала в Индии, потом в Китае. Из этой же ткани, между прочим, выпускаются специальные покрытия для строительных лесов. И когда в Китае строят дом, то он тоже затянут этой же самой клетчатой тканью. Отечественного челнока на улицах Суйфэньхэ, Пекина или Шанхая всегда можно было отличить по крайне сосредоточенному, ищущему взгляду. Как бы не прогадать с ассортиментом, не переплатить, как бы накрутить в цене не в ущерб себе. Особенно удивляли китайцев наши женщины. Они, как правило, за 35-40, очень жилистые, потому что им приходится таскать огромные тюки, с претензией на итальянский люкс, одеты в черные приталенные платья или брюки, чаще всего. На голове нечто подобное на взрыв на макаронной фабрике. Почему-то у всех наклеенные гелевые ногти, довольно красные губы, они много курят и ругаются матом. Страшно вульгарные бабенцы выглядят, как шалавы при вокзале. Все китайское добро вульгарные бабенцы свозили на рынки. Самым первым из московских открылся Рижский рынок, потом челноки облюбовали стадион Лужники, а уж затем знаменитый Черкизовский, который провинциалы сразу занесли в список московских достопримечательностей. Нужно было посмотреть Кремль, Красную площадь, побывать, я не знаю, в Мавзолее и обязательно зайти на Черкизовский рынок, потому что там можно было купить польский свитер с разными рукавами. Можно было купить джинсы-варенки, можно было купить кроссовки, которые, правда, могли развалиться через несколько дней после носки. Наша героиня Надежда Копытина попала в лужу. Так между собой спекулянты называли рынок на территории спорткомплекса в Лужниках. Оказывается, продавать одежду со спортивных трибун далеко не наше ноу-хау. Еще в конце 80-х так торговали поляки на знаменитом Варшавском стадионе десятилетия. Лужники стали настоящей меккой для московских челноков. Работать здесь было престижнее, чем на Черкизовском рынке, да и к центру поближе. И заработать можно было хорошо, а потому и конкуренция была бешеная. Рано утром открывали вот эти большие ворота. И это выглядело как штурм Зимнего или Смольного, да? Как когда-то вот показывали исторические все эти кадры. Когда открывались эти огромные ворота, люди, значит, с огромными телегами вбегали для того, чтобы продавать то, что у них с собой. Если ты без грузового автомобиля, то самое такое вот расторгованное, успешное место, действительно, это было там, где вот Ленин стоял, и получается центральная аллея. Наиболее успешные торговцы могли оплатить себе и поездку в Китай, и партию нового товара самостоятельно. Подавляющему большинству приходилось брать деньги на закупку в кредит. И не только у банка, но и у бандитов. За всем этим стояла какая-то тайная опасность. То есть было понятно, что здесь везде присутствуют какие-то бандиты, какие-то темные личности, как-то все это там функционирует по каким-то своим законам, что никакой власти там центральной здесь нету, что все это живет по своим. Это такое ощущение вот такого полного первобытного хаоса, конечно, было. Те люди, которым нужно получить финансирование, обращались к своим непосредственным кураторам с просьбой о выделении неких средств для развития своего дела. Соответственно, кураторы, говоря по-старому крыша, обращались к своим старшим товарищам и докладывали им о том, что вот такой-такой-то вышел с предложением о займе на определенную сумму.
Причем процесс был весьма быстрый, гораздо быстрее, в разы быстрее, на порядок быстрее по сравнению с коммерческими банками. 120% годовых в 90-е традиционная кредитная ставка у бандитов. Должников ставили на счетчик. Любое, даже самое незначительное отступление от введенных рэкетирами правил каралось огромными штрафами. Проценты возрастали с каждым днем. Если денег на погашение кредита не было, отнимали машину, квартиру, дачу. Когда и отнять было нечего, просто убивали. Печально получилось с одной. Позвонили в дверь, открыла бабушка, а им бабушку чпокнули. Выбежал дедушка в коридор, они дедушку чпокнули. Открыли дверь, сказали, где деньги, им отдали деньги, они убили мужа и жену, потом услышали плач, маленький ребенок годовал, и его тоже застрелили. Это за такие деньги, и после этого, знаете, был такой шок. Мы все находились в шоке, мы стали понимать, что все это не просто так. Еще одна крайне прибыльная статья бандитских доходов – разбой на дорогах, так называемый гоп-стоп. У меня, например, друзья ездили в Китай поездом. Они выкупали вагон, запирали проводника в купе, запирали все двери, задраивали все окна и везли целый вагон пуховиков оттуда. При этом там в районе Читы их расстреливали из автоматов там, на стоянках, на полустанках. Ну, то есть это такая как была тяжелая криминальная штука. Челноки сталкивались с криминалом и при продаже товара, потому что реальная аренда за место на рынке была вдвое выше официальной. В середине 90-х мафия стала работать с более крупными единицами, руководством рынка. Некоторые группировки тогда приобрели официальный статус, превратившись в агентства, которые охраняли те же самые рынки. Но наиболее прибыльных и выгодных челноков они все же держали в поле зрения. Долгое время, получается так, нужно было там вбегать, занимать место, и после этого тебе в каком-то смысле отводилась некая территория, отводилась для продажи, за что через какой-то период, там, через 2 часа, через 3 часа подходили люди в кожаных куртках и обелечивали каждого торгующего. Существенно затрудняли работу челноков и таможенники. Квоты на ввоз в страну были мизерными, поэтому сделать хороший бизнес законным путем было сложно, практически невозможно. Кто-то из челноков вычитал в законе, что беспошлинно можно провозить шарики для пинг-понга. Представьте, сколько тонн этих мячиков тогда ввезли в страну. Кроме челноков, есть еще одна группа людей, которых вы, наверное, не знаете. Она называется помогайки. И они гораздо важнее, чем челноки. У каждого челнока 12-16 помогаек. Потому что есть определенное количество килограмм, которые можно провести на душу населения. И этим помогайкам платят только дорогу и больше ничего. За то, что они задекларируют, что вот эта огромная клетчатая сумка, и вот та и третья тоже, это их помогайкина, а вовсе не Светланы, шеф челночной бригады, которая их привозит. Одновременно с развитием челночного бизнеса в стране все более доходным и популярным становится бизнес таможенный. Еще бы. Некоторые терминалы приносили в день несколько десятков тысяч долларов чистой прибыли, не говоря уже о растущей, как на дрожжах, коррупции. Что касается 90-х годов, то в таможню, как и в бизнес, тоже пришло много непрофессионалов. Если у нас в 90-м году было около не более 3000 сотрудников таможни вообще по всей стране, включая, причем республики бывшего Советского Союза, то в начале 90-х это уже было несколько десятков тысяч сотрудников только в российской таможенной службе. Эти люди тоже должны были откуда-то прийти. В общем-то, они, многие из них пришли, в том числе и с, вот что называется, с улицы, то есть оттуда же, куда пришли и челноки. У каждого челнока есть свой таможенник. И когда я видел передо мною группу в 16 помогаек и пару тонн тряпья в клетчатых сумках, почему-то просвечивали только мой чемодан. А вот эти все сумочки прошли без всякой растаможки, как только она подошла к таможеннику и шепнула что-то ему. Таможенники стали манипулировать челноками. Ведь они очень быстро поняли, что в их руках сосредоточена безграничная, никем и ничем не регулируемая власть. Челночный бизнес они взяли под свой контроль практически на тех же условиях, что и бандиты.
В Бресте там даже есть вдоль дороги на таможне, улица таможенников, называемая в простонародье. Там стоят коттеджи огромные. Я вот живо помню совершенно картину, когда транзитная зона перекрыта, ворота сетки рабицы закрыты, перед воротами тупо, расставив ноги, уперев руки в бока, стоит пузатый таможенник, у которого все зубы золотые, поэтому лет 25, который говорит: ну что, приехали? В 96-м правительство вводит совсем уж драконовские правила, по которым свободно в страну можно ввести только 50 килограммов груза на сумму не более 10 тысяч рублей. В 98-м, после дефолта, часть челноков попросту разорится, кто-то эмигрирует, другие сменят географию поездок. Вместо Турции, Китая и Кореи провинциалы станут закупаться на московских и питерских рынках. Режиссер Алексей Шипулин решился всю подноготную челночество запечатлеть на кинопленку. «Москва, Казань, Москва» – это история женщины, которая от безвыходности пошла торговать на рынок. И пройдя все ступени челночной иерархии, заработав денег, вернулась к нормальной жизни. Типичный сюжет смутных 90-х. Лена и Сергей – лучшие друзья у мамы. Не новые с рынка, а старые, с института еще. Их и с работы всех вместе выперли. Лена первая торговать попробовала. Пока мама закатывала глаза и заламывала руки, я торговать никогда. Она уже деньги заработала. И маме на первую поездку дала, когда та ломаться перестала. Ну, многие бросили своих мужей, это я знаю. Ушли из семей. Вот, потому что тянуть одновременно пьющего и растерянного мужика, я думаю, что это тяжеловато. Женщины всегда челночили наравне с мужчинами, работая каждый день практически на износ. Им приходилось таскать на себе тюки весом 50, а то и все 80 килограммов. Причислить такую женщину к слабому полу было по меньшей мере преувеличением. Какие женщины? Они в этот момент вообще забыли о том, что они люди. Они работали как, я не знаю, как снегоуборочные машины. Была цель и было средство, и больше не было ничего. И надо было выжить. Первую поездку я тряслась от страха. Деньги чуть ли не в трусы закопала. В автобус вошла, у мужиков глаза сверкают. Блондинка. Сплошные дети гор вокруг. Думаю, начнут приставать, выскочу. Пропади этот бизнес пропадом. Однажды я ехала в Киев с девушкой-челночницей. Это был такой эльф белокурый, с вот такими волосами, с вот такими синими глазами. Абсолютно хрупкий и беззащитный. И было совершенно непонятно, как она таскает просто на себе эти все тюки. Дома у нее оставались двое детей и красавец муж-спортсмен, который сидел с этими детьми. И она практически плакала у меня на плече и говорила, что вот он же не понимает, что там происходит. Когда я приезжаю туда, молодая и красивая, любой таможенник, любой продавец, любой полицейский, любой милиционер, он требует от меня натуры. И в этот момент я, будучи верной женой, вынуждена выбирать: моя верность или деньги, на которые выживут мои дети. Мы подняли экономику Турции, Китая, Кореи, но нашу экономику поднять мы уже не в силах, наверное. В минувшем году поставщиков народного ширпотреба увековечили в бронзе. На центральной площади Белгорода поставили памятник с табличкой «Первым предпринимателем посвящается». Рука у мужчины очень напряжена. То есть и видно, даже жилочки все проработаны, все нюансы. Потому что, ну, действительно есть нагрузка на руку. То есть она как бы, вот ему тяжело, он тянет ее, и как бы композиция от один момент перетягивает другой, чтобы он не упал, да, по этой тросочке. Сумка очень натуральная, она делалась с натуральной сумки, которая такая полосатая, которую можно положить кучу вещей и всего тянуть, и красота. А вот кроссовки – это такой маленький акцентик, они скороходы питерской фирмы или там фабрики, вот, это не китайские. Китай тогда особо был не актуален, он только-только начинался. И есть такое колесо, которое двигается, это колесо фортуны,
это такой символ. И когда люди идут на работу, там, торговать или просто, то есть, или захотят, просто захотят себе фортуны. Вот они, Москва-Белгород, кстати, здесь написана надпись. Покрутили и загадали желание, оно обязательно сбудется. Памятник первым предпринимателям стоит прямо напротив городского рынка. Большинство челноков здесь, в приграничном с Украиной городе, закупаются на харьковском рынке Барбашова. Российские челноки зачастили туда с тех пор, как там стали торговать китайцы и вьетнамцы. Если человек с тележкой, соответственно, это харьковский будет у нас. Но тележки, они, опять же, разных размеров. Начиная там от обычной тележечки, на которой можно перевезти небольшую клетчатую сумку. Сумки у всех, мне кажется, по России одинаковые, клетчатые, made in China. Поэтому здесь отличить по сумке это невозможно. Если брать центральный район, то там мы можем определить по баулам, по мешкам набитым вещами, скажем, там, или обувью, или чем-то еще. То здесь мы определяем, что это все четко уложено в сумочке, и это все все-таки на тележках. И это можно определить, наверное, по выражению лиц, все-таки, когда мы говорим, если мы говорим о турецких челноках, у них более загоревшие лица. Если мы говорим о челноках наших местных, я не думаю, что у них такой черноморский загар. Скульптор Тарас Костенко несколько дней провел на рынке, наблюдал, общался и слушал рассказы челноков. Мастер говорит, что конкретных прообразов не было. В памятнике запечатлен собирательный образ челночества. Но он, похоже, лукавит. Своего поразительного внешнего сходства с бронзовой фигурой челнок Александр Губарев сам и не замечал. Но со стороны оно бросается в глаза сразу. А я и есть олицетворение, может, его или он моего. Не знаю, может быть, так и есть. А может, все такие. Потому что полных мало было, а все снатруженные были, все худали в тот момент. Каждое утро по пути на работу белгородских негациантов встречает трехметровый монумент. Пройти мимо невозможно. Да он им не мешает. Ведь в бронзовых фигурах они видят себя, правда, лет на 15 моложе. Потрясающе душевно вообще. Чувствуется, что человек с любовью это выполнял. Просто с любовью. Не с сарказмом, а с любовью. Вот это вот удивляет. Каждый раз, когда мимо прохожу, каждый раз смотрю и любуюсь. Ну, там все правильно. Челноки, там все, все показано, как мы работаем. Тяжелые сумки, тяжести носим. Вот так точно, с тележками мы. И по Черкизовскому мотаемся. Жители Белгорода подмечают, что памятник стал не столько символом челночества, сколько олицетворением России 90-х, о которой многие сегодня или забыли, или просто предпочитают не вспоминать. Сейчас люди выросли из понятия челнок. Они стали предпринимателями, они стали там, условно, реализаторами. Да? Кто-то предпринимает, кто-то реализует. Но челнок для них это уже в далеком прошлом. На самом деле в далеком. В далеком это пусть даже те же 3 года. Но жизнь настолько скоротечна, что за эти 3 года очень много поменялось. И в сознании людей, и в их благосостоянии. Поэтому они хотят себя слышать предпринимателями. В летописи российской экономики 2003 год значится переломным. Правительство сделало ставки на большой бизнес, тем самым перекрыв кислород малому. Эпоха челночества закончилась. Но для некоторых наших героев она завершилась еще раньше. Роман Трахтенберг ушел в шоу-бизнес еще в 93-м. Вскоре где-то в Останкинских коридорах он встретит еще одного преуспевающего в прошлом челнока Михаила Токмачева. После долгих лет мытарств наконец-то осуществилась заветная мечта. Его взяли работать телеведущим. Примерно тогда же Надежда Кобытина навсегда покинула рынок и возглавила холдинг по производству и поставке замороженных полуфабрикатов. Сейчас она входит в десятку самых богатых женщин России. Отдавая дань моде, написала книгу о своем челночном прошлом, а теперь занялась продюсированием фильмов. Арсен Кучуберия – челнок нового поколения, правда, старой закалки. В свое время он и фарцевал, и за китайским шелком летал. Сегодня эксклюзивную одежду для своего шоу-рума он привозит из Италии и называет себя модным словом «байер». Если у нас, говорит, «я желаю тебе здоровья», по-итальянски есть такое выражение «я желаю тебе красиво». Так вот, красиво, я считаю, что я... Люди, которые мои покупатели приходят, и я занимаюсь и тем, что одеваю их, я делаю им красиво. Продвинутые шопперы, они же байеры, заказывают последние фэшн-новинки, не выходя из офиса, по интернету. Но Арсен доверяет только своей интуиции, поэтому каждый месяц летает в Италию. Он любит повторять:
Дорога на работу у кого-то занимает час, у других полтора, у меня вдвое больше. И добираться приходится не на машине или метро, а на самолете. Все коллекции, когда начинают уже выпускаться, они за полгода уже известны. Какая цветовая гамма, фасоны и так далее. Но вообще, когда после каникул, там, летних или зимних, приезжаешь в Италию, первый день посвящаешь тому, что ты ходишь по улицам и смотришь просто на людей там, и глазеешь там, витрины со самых лучших бутиков, для того, чтобы понять, в принципе, вообще саму по себе тенденцию, направление, там, цветовую гамму и какие-то новые решения. В период расцвета челночной эпохи байер Елена Тихомирова была еще школьницей. О том, кто такие челноки и почему они появились именно в нашей стране, на уроках истории не рассказывали. Да и не нужно было. Безвыходность положения и их обреченность на каторжный труд понимали тогда даже дети. Это все, представьте, они же носили все это на себе, все это перевозили на своих, своими руками, то есть большие партии товара, и мне кажется, это очень сложно. Но я, несмотря на свой вес, я бы справилась. Я сильная. Хоть байерский бизнес и продолжение бизнеса челночного, но зато звучит гордо и престижно. Тем более сегодня хороший байер зарабатывает не меньше, а порой и больше топ-менеджера крупной компании. В условиях нынешнего изобилия именно они формируют наш вкус и от сезона к сезону диктуют, что нам носить. И захватывает гордость от того, что эту коллекцию выбирал ты, еще непосредственно на выставках, на каких-либо фабриках общался с ведущими фабриками и заключал договора. Но, похоже, в бизнесе время не самый лучший доктор. Современные байеры сталкиваются с теми же проблемами, что и их предшественники, челноки 90-х. Они могут летать в Европу только раз в месяц и привозить 35 килограммов на сумму не более 56 тысяч рублей. И приходится нашим байерам крутиться кто как может. То есть получается так, что кто-то из близких летает первую неделю, там я летаю вторую, и для того, чтобы оставаться в рамках закона, приходится летать только один раз в месяц. Вот, а хотелось бы чаще. Вчерашние челноки идут в политику, пишут книги, становятся медиаперсонами. Те, кто остался в бизнесе, распоряжаются миллионными бюджетами, заказывают дорогущие пиар-компании и ездят в Китай и Турцию уже на отдых. Их бизнес и отношение к нему стало серьезным, даже чересчур серьезным. Но из него навсегда исчезла приторно-горькая, пропитанная потом и слезами романтика 90-х.